«Авангард» выиграл серию 1/8 финала плей-офф чемпионата КХЛ у казахстанского «Барыса». Наши хоккеисты взяли верх в 7-м решающем матче серии на арене «Омск». И эту победу команда посвятила своему капитану Сергею Калинину. Сергей Калинин в сердцах игроков и болельщиков. 9 тысяч плакатов и баннеров на старте матча раскрасили арену Омск. И внутреннее напряжение поединка скакнуло до предела с первого вбрасывания. Выигрыш позиции, полумомент в секунду мог обернуться заброшенной шайбой. Первый голевой ход за Борисом. На 5-й минуте Дастин Бойт освободил пространство и вовремя отдал пас Найджелу Доусу. Бросок в девятку Константин Барулин не смог помочь своей команде. В этот сложный момент свое веское слово сказали болельщики «Авангарда». Трибуны откликнулись сумасшедшей поддержкой. На 10-й минуте ястребы сравняли счет. Чад Каларик поразил пустые ворота после мастерского паса Александра Попова. В начале второго периода наши хоккеисты взорвались, побежали. Игроки «Барыса» начали не успевать фалить. Одно удаление, второе и суперважный гол. Каларик начал комбинацию. Кирилл Лямин сделал ложный замах и перевел шайбу на Александра Пережогина. Наш 37-й номер был точен. На самом деле все задумал Александр Попов. Это он начал комбинацию, а я отдал шайбу на свободного защитника, и она пошла под бросок Пережогину. Наступило время предельной собранности и концентрации. Борис нашел силы на прессинг. Весь третий период казахстанские барсы настойчиво напирали на ворота «Авангарда». Наши хоккеисты выдержали. Развязка наступила за 2,5 минуты до сирены. Андрей Назаров заменил Яна Ладца на 6-го полевого игрока. Ястребы сумели выиграть жесткую борьбу перед своими воротами. Попов успел отдать пас на свободного Каларика. Наш форвард поставил победную точку в матче 3-1. И в серии 4-3. Мы хорошо защищались и заставили соперника делать ошибки. Эту победу мы посвящаем Сергею Калинину. Он наш капитан, душа и сердце команды. Мы отдали для победы все силы, и соперник тоже. Если говорить о нашей команде, то мы сегодня играли для и ради Сергея Калинина. Хоккей – тяжелый спорт, в нем случаются такие вещи. Это стало для нас дополнительной мотивацией. Все решили нюансы, и удача нам сегодня сопутствовала. Одни барсы повержены, другие на горизонте. В полуфинале конференции «Авангард» сыграет с «Акбарсом». 13 и 14 марта матчи в Казани. Владимир Истомин, Александр Филиппов, «Антенна-7».